Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы. Салон-магазин верхней одежды «Мир пальто». В Орске. На Мира 21. Здравствуйте. Вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам звезды в этот день. Овен. Вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не подеритесь. Телец. Внезапное желание изменить все вокруг. По остроте и утомительности подобное приступ радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома. Близнецы. Прежде чем что-нибудь разрушать, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Признайте, ведь неприятно торчать на развалинах. Рак. Этот день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения. Лев. Вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Без него нынче будет трудно. Вас будут снедать различные малоприятные чувства, начиная от элементарного голода до вселенской тоски. Дева. Если вас спрашивают, как дела, еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Последите за собой, сегодня вы можете оказаться чрезмерно болтливым. Весы. Этот день принесет вам отдохновение от забот и неприятностей, в которые вы имели неосторожность попадать в последнее время. Правда, ненадолго, ведь без них тоже скучно. Скорпион. Вас будет мучить жажда дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслями. Они-то уж ничем не ограничены. Стрелец. Вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление. Козерог. Вы будете легко впадать в ярости, хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше все-таки за этими приступами следить. Водолей. Вы будете практически бездействовать сами по себе, однако вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активной деятельности для других. Рыбы. Ни мелодичный голос, ни выразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше не пытаться, а то потом будет неудобно обращаться с тем же вопросом. Теплая осень с миром пальто. Орск. Проспект Мира, 21.